Повышение качества медицинской помощи – один из приоритетов республиканских органов власти. Минздрав Чувашии запустил новый проект «Во имя пациента». Как он будет реализовываться и на какой эффект рассчитан, узнавала наша съемочная группа. Большие очереди в больницах, отсутствие необходимого оборудования и недостаточная квалификация врачей. Правда или вымысел? Проект «Во имя пациента» призван найти ответы на все проблемные вопросы. С этого месяца будет проводиться комплексная проверка городских учреждений здравоохранения. В первую очередь первичного звена – поликлиник. В течение 3 недель в каждой больнице будет работать оценочная комиссия, которая непременно опросит пациентов. Все это позволит выявить болевые точки конкретного медучреждения. В конце месяца в каждой поликлинике мы предполагаем собирать пациентов, где будет уже непосредственная встреча министра здравоохранения не с сотрудниками больницы, а именно с пациентами, чтобы пациенты нам высказали все свои замечания, мы вместе с ними обсудили уже те вопросы, которые мы, выявили в данном лечебном учреждении. Здесь же мы будем намечать конкретные планы для реализации. Эффективно ли будет выполнена работа над ошибками, Минздрав проверит через полгода. В этот проект пока включены только поликлиники Чебоксар и Новочебоксарска. Но в будущем географию расширят. Ведомство уверено, эта акция поможет не только наладить диалог пациент-доктор, но и повысит престиж профессии врача. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.